Воздух. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Тут нужно быть осторожнее. Пути. Замок охраняют. Чего мы тут торчим? Путь мертв, блин, у самого себя. Благодарю, Галина. Ты тверда в своей верности и знаешь.
знаешь меня лучше всех. Спасибо. Вам нужно искупаться. Вот так, господин. Все готово. Приступим к купанию. Эй, кто здесь? Приветствую. Ты пришел, чтобы воздать должное Элдермену? Твой Элдермен давно не в силах поддержать беседу. И все же рядом с ним хорошо. Мне приказали омыть и подготовить его тело. Кто приказал? Стражники. Они привели его сюда против его воли. Я заботилась о нем, как могла, пока он не ушел. Зачем скрывать смерть Элдермена? Народ Линкольншира должен знать правду. И Хунвальд прежде всего. Стражники передали мне его и велели держать язык за зубами, пока не придет время. Я спросила, почему и меня ударили. Так что не знаю. Я видел все, что нужно, но Хунвальд нет. Ясно. Осмотри вещи лорда, но не знаю, сойдет ли что-нибудь за доказательство. Я поищу. Порошок из сушеных трав и ягод. Подготовка к погребению заняла больше времени, чем обычно. Мой господин должен хорошо выглядеть во время обрядов. Грязная одежда и брошь. А на ней знак дома яростного лебедя. Можно возвращаться. Я вернусь в Линкольн и отдам брошь Хунвальду. Надеюсь, эта весть не сломит его. Я не знаю, что это, и не хочу узнать. Да, и я. Очень странно. Мерзость, все в крысином помете. Мой господин и в смерти друг всем тварям божьим. Удачи. И тебе. Я отвезу тебя в Линкольн, в ваш фамильный склеп в Нетлхэме. Там ты обретешь покой рядом со своими великими предками, королями Линси. Прошу, не оскверняй его тело. Я не глумлюсь над чужим горем. Меня не должны узнать. Накину капюшон. Thank you.
Ну что? Твой отец умер. Что? Как? Брошь, знак дома Хундбьорта. Я нашел ее у его тела. Нет. Нет, не может быть. Он сильный. Он опора Линкольншира. Он не мог умереть. Он... О, бедный мальчик. Мне очень, очень жаль. Я мужчина, Аха! Слышишь меня? Я мужчина и сын своего отца! Помни об этом! Сын лишился отца. Это всегда повод для скорби. Но ваш Шир лишился Элдермена. Это повод для волнений. И часто для войны. Прости, Хунвальд. Еще до того, как твой отец исчез, я позвала священника соборовать его. Что? Я не сказала раньше, потому что надеялась, что его спасет чудо. Ты солгала! Пустоголовый Плакса, когда же ты повзрослеешь? Боже, пощади эту женщину. Ей не следовало молчать. Ее долг был рассказать правду. Хунвальд – сын покойного Элдермана. Он займет место отца. Должность не наследуется, но его может поддержать Совет Шира. Затем его должен утвердить король Кёлвульф. И кто входит в этот ваш совет? Знатные люди, лорды. Мы собираемся, чтобы управлять делами Шира. Я давно собирался созвать всех на совет. Но из-за неприятностей в Линкольне и набегов разбойников нам было не до того. У нас есть такой же обычай – созывать Альтинг. Народное собрание. Народы, столь похожие друг на друга, должны жить в мире. Возможно, отныне так и будет. Кто, кроме Хунвальда, хотел бы занять должность Элдермена? Признаюсь, я хотел бы предложить себя самого. Под моим надзором в Шире, наконец, воцарился мир. Я тоже претендую. Мой род издревле связан с этой землей. И я могу с гордостью сказать, что подружился с данными Севера. Хорошо. Священники оповестят людей. Совет соберется через пару дней. Заходи ко мне, Эйвор. У меня для тебя кое-что есть. Тебе должно понравиться. Я найду время. Эйвор, мы можем поговорить? Как христианин с язычником? Я сожалею, что был столь груб с тобой раньше. Мне стоило проявить доброту и любовь, как велит нам Бог. Любовь трудно подчинить своей воле. Ты прав. В любом случае, спасибо, что развеял эту тайну. Надеюсь, ты придешь на совет. Смерть Хунбьорта больше не тайна, и враги Хунвальда оживятся. Я должен найти его первым. Аха пошла его утешать. Последую за ней.
Маха, где Хунвальд? Он не хотел, чтобы я его утешала. Я люблю мальчика. Но не знаю, что будет, если он станет элдерменом. Он раним и рассеян. Он уехал на север по мощенной римской дороге. Думаю, к большому старому дереву. Он часто бывал там с отцом. Но какая сила подтолкнула тебя к обману? Никакая, Эйвор. Я считала своим долгом лгать ради Шира, пока не узнала правду. Красивое оправдание для лжи. Что ж, драка? Эйвор, какой приятный сюрприз. Выпьешь со мной? Хунвальд. Давай, садись. Побудь со мной и полюби... Полюбуйся видом. Не предавайся горю, Хунвальд. Если ты не будешь осторожен, этот яд отравит твою кровь навсегда. Не беспокойся. У меня есть противоядие. Не стоит пьянеть от горя и поддаваться тоске. Дай горькой любви согреть мед твоих глаз и к победе путь указать. О, чудесно сказано. Мой отец полюбил бы тебя. Он любил всех, кто прекрасно владел и мечом, и словом. Он был добрым и любил своих людей. Да, он бы мне тоже понравился. Мы так часто бродили с отцом в этих местах. Охотились вместе. Но если я и ловил кого-нибудь, то лишь самых мелких зверушек. Я никудышный охотник. Но он говорил, что гордится мной. Каждый раз. Выпьем. За тебя, Хунвальд. В твоем сердце есть любовь, а в глазах надежда. Чего не скажешь о многих. Эйвор, я даже не могу. Ничего, все в порядке. Сколь! Сколь! И тут отец говорит, казата, только развернуть надо. Ha, 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 ha,
О, лебяжьей стати по нраву эта история. Любит посмеяться. Отцу бы она приглянулась. А, твоя избранница. Она так безупречна, будто выдуманная. Знаешь что? Мы заглянем к ней. Отправимся в Бримски. То есть в Гримсби. Да, нечего терять время. Я за тобой. Выпивка и верховая езда гонят все печали прочь. И все съеденное тоже. Идем. Увидишь мой шир во всем величии. Что саксы знают о величии? Ты ведь никогда не видел гор и фьордов, глубоких, как раны великанов. Водопадов, от которых зимой валит пар. Снегов, сверкающих, как алмазы. Вот величие. Что ж, если ваш родной край такой величественный, зачем плыть в Англию? На алмазах не вырастить урожай. Так и есть. От здешней природы и впрямь захватывает дух. Именно так. Я люблю этот край и буду защищать его, если пойду по стопам своего отца. Говорят, что я глуп и неопытен, но я бы хотел, чтобы меня судили по моим помыслам, а не прошлым ошибкам. И пусть меня посрамят и накажут, если я получу власть и окажусь плохим правителем. Но испытайте меня. Испытайте, потом судите. Что это? Птицы, Эйв. Им не сказали, что сегодня день скорби? Тихо. Побудь здесь. Что-то не так. Лучшая защита нападения. Эйвор, меня холодный пот прошиб. Не уходи. Шш, спокойно. Что видишь, Сюнин?
На тебя дважды напали, Хунвальд. И все тщетно. Нам повезло. Будь осторожней, или они преуспеют. Кто-то в Мерсии хочет тебя убить. И готов избавиться от всех, кто будет мешать. Да, от всех и от лебяжьей стати. Моя любовь. Скорее, нужно спешить. Хунвальд, я серьезно, ты слушаешь? И внимательно. За мной. Хунвальд, тут точно безопасно? Да, места безопаснее нет. Что ж, у меня есть шанс стать элдерменом, но я должен доказать, что достоин. Тебе, Ширу, ей. Я не могу без своей возлюбленной. Благодаря тебе я понял, как страшно пренебрег ею, погрузившись в свое горе. Убедиться бы в этом. Небесам. Вот она! Хунвальд, я думала, ты мертв. Прислал бы весточку. Мы давно не виделись, моя прелесть. Мне очень жаль, что так вышло. Ничего, милый. Я чахла без тебя, но не завяла. А это кто? Ах, да. Рад представить тебе Эйвора из клана Ворона. Здравствуй, Эйвор. Рада познакомиться. И я лебяжья стать. Я сомневался, верить ли рассказам Хунвальда, и зря. Удивлен, что он выбрал Данку? Не совсем. Удивлен, что ты выбрала Сакса. Но Хунвальд, видно, умеет смягчать сердца. Эйвор помог мне найти отца. Но дело обернулось куда хуже, чем я надеялся. В чем дело? Мой отец умер. Вроде бы от страшной болезни. А затем его тело спрятали в какой-то подвал. Любимый мой, мне так жаль. И здесь в Шире есть люди, жаждущие отправить Хунвальда вслед за отцом. Пусть рискнут, я убью их. Скоро созовут совет Шира. Пусть Хунвальд дождется его здесь, вдали от чужих глаз. Может, мне от всего отказаться? Забыть о титуле отца? Я могу жить здесь, с тобой. Только ты и я. Нет, Хунвальд. Ширу нужен смелый, добрый правитель. Займи место отца и продолжи его дело. Силы лебяжьей стати хватит на вас двоих. Слушай ее. Да. Если кто сможет ободрить меня перед советом, это ты, любимая. Заходи в дом и отдохни, любимый. Удачи, Эйвор, и спасибо. Приглядывай за ним. Его уже не раз пытались убить. Мой клинок наготове. Не сомневаюсь.
Эйвор, рад, что ты пришел. Добро пожаловать, друг мой. Тен Эльфгар, вижу в твоем распоряжении немало земли. Верно. По пути к моему острову в этом море пшеницы легко затеряться. Эльфгар, ты говорил, что хочешь что-то мне показать. О чем шла речь? Ах да, точно. Взгляни. Это прекрасное оружие принадлежало покойному элдермену Хундбиорту. Он оставил его здесь после охоты. Это мой подарок тебе. Разве по праву это оружие не принадлежит Хунвальду? Возможно. Но тебе оно подходит больше. Ты умеешь сражаться. Не стесняйся, бери и идем. Для нас поднимут в лесу какую-нибудь дичь. Оставим на время политику. Давай вместе насладимся плодами моей земли. Так дичью или плодами? И тем, и другим. Всем, чем захочешь. Мне не жаль для друзей того, что приносит моя земля. Если честно, Эйвор, мне уже давно досаждает огромный медведь. Я должен разделаться с ним, пока не случилось несчастье. Ты позвал меня убить его? Да, и я так рад, что ты согласился прийти. Думаю, ты лучше других знаешь, что я способен управлять Широм. Хотя королевский род, считай, прервался, здешние люди полны жизни и надежд.
Но теперь Шир увядает. Чтобы жить, ему нужна свежая кровь. Скажем, я. Что, прости? Я свежая кровь в чистом виде. Может, мне претендовать на место Элдермена? Ох уж ваши мрачные шутки. Грубые, как молот. Тот, каким вооружен ваш бог грома. Увы, забыл его имя. Ну и? Я хотел сказать, что мне очень нравятся ваши люди. Люди вроде тебя. Те, кого я уже видел. Плевать, что говорят дураки вроде Херефрита и Хунвальда. Даны достойный народ. Вовсе не глупый. Спасибо, что заметил. Я помню, как даны впервые здесь появились. Местные были в ужасе. Так мы охотимся? Или ты ждешь, чтобы я заплел тебе косы? Охотимся, конечно. Логово зверя где-то здесь. Грим, старый друг. Как же я рад тебя видеть. Вот приятный сюрприз. Какой сюрприз? Ты же сам меня позвал. Да, а как дела в Гримсби? Как поживают даны? За всех данов не скажу. А я хорошо. Жду не дождусь охоты, ведь ты для этого меня пригласил. Да, верно, отлично. К слову о данах, я хочу представить тебя Эйвору. Возможно, вы знакомы, раз уж вы оба даны. Очень приятно, Грим. Здравствуй, Эйвор. Так он заманил тебя сюда, позвав на охоту? Он... Да, на медведя. Мы пришли сюда ради охоты, клянусь вам. В склоне холма есть пещера. Подходящее место для берлоги. Если зверь впрямь такой большой, как сказал Эльфгар, надо идти всем троим. Я готов. Хочу добыть меха на новый плащ. В этом лесу полно всякого зверья. Не найдем медведя, найдем кого-нибудь на ужин. Власть над этой землей дарована мне Богом. Он позаботится о нас. В том, что тут живет зверь, сомневаться не приходится. Это медведь. Волки. Мое поместье пылает, как хворост. Скоро огонь охватит поля. Эйвор, ты умелый воин, и я не могу тебе указывать, но... Бога ради, помоги мне! Я пойду с вами! Горский.
потом под... Поджигатели мертвы. Теперь нужно потушить пожары. Верно. Ужасно. Море пепла. Благодарю тебя, Эйвор, за помощь. Ты богатый человек, Альфгар. Отстроишься. Конечно. Но сколько тяжкого труда нужно, чтобы... Боже милостивый! Медведь вернулся! Скоро созовут совет Шира. Я возвращаюсь в Линкольн, чтобы за всем проследить. Берегись! Вот, видишь? Говорил же, что приглашу на охоту. Чудно! Просто чудно!
Мио! Тут, Фрейл. Когда я впервые убил ради Ордена, я так и не сумел сдержать слезы. Но сказал себе, что все это уже было предначертано. Что я повинуюсь воле великих богов. Мои поступки, что Галька. Под ударами волн Галька обращается в мелкий песок. Но она была скалой, как и ты. Аха, скажи, все уже готово? Совет Шира скоро начнется. Присоединишься? С тобой нам будет спокойней. Да, любопытно посмотреть, как все пройдет. Веди же. Когда будут голосовать? 12 лордов Линкольншира уже сделали свой выбор. Но голоса разделились, за каждого по 4. Решающий выбор будешь делать ты. Я? Но чьей властью? Похоже, ты заслужил доверие 3 наших кандидатов. Даже епископу пришлось по нраву твое мужество. Эльфгара и Хунвальда пытались убить. И епископ по-прежнему напуган. Кто-то жаждет помешать вам. Пытались.
Но ничего не вышло, слава богу. Я их спас, а не ваш бог. Молюсь, чтобы сегодня тебя направлял Господь, а не дьявол. Приветствую, лорд. Я все верно понял? Ты поможешь нам выйти из тупика? Да, верно. Дашь совет, пока я не сделал выбор? Хундбьорд был безрассудным, но храбрым и честным человеком. Я вижу эти черты в его сыне. А значит, мой выбор — Хунвальд. Грим, рад видеть тебя вновь. Я тебя рад, Дрэнк. Видно, в Британии уже привыкли, что по ее землям разгуливают даны. Кого поддерживаешь ты, Грим? Если не ошибаюсь, Альфгар твой друг. Да, он хороший человек. Но я скорее за епископа. Епископа? Странное решение. На этих христиан легко надавить. Они отчаянно не хотят сражаться и согласятся на все, что предложит дан. Добрый вечер, Эльфгар. Эйвор, нет же ничего дурного в том, что я ищу твоей поддержки. Но она нужна мне. Голоса разделились поровну. Это трудный выбор, Эльфгар. Я отнесусь к нему серьезно. Да, конечно. Но позволь сказать откровенно, я тот, кто приведет Линкольншир к процветанию и победе. Я верю в твою искренность. Держи Хунвальда, и род Яростного Лебедя вернет себе былую славу. Ты свиты короля Кёлвульфа? Да. Король благословляет всех вас. Каков бы ни был ваш выбор, король его одобрит. Он быстро учится. Славно. Епископ. Эйвор. Спасибо, что бесстрашно принимаешь участие в Совете. Я удивлен, что ты поручился за меня. Если честно, я и сам удивился. Но так я смогу испытать веру Господа в мои силы. Благодаря мне в Шире скоро закончится век беззакония. Видит Бог, мое сердце полно любви к Линкольнширцам. Я молюсь, чтобы он помог тебе принять решение. Безумный ход, епископ. Настолько, что может сработать. Что ж... В любом случае, спасибо. Храни тебя, Бог. Как ты, лорд? Я горячо молюсь, и моя воля тверда, Эйвор. Став элдерменом, я подарю Ширу радость. Хороший правитель не только веселится. Он должен быть силен, суров и готов пойти на риск. Само собой. Здесь требуется сила, мудрость, отвага. Меня не затянет болото посредственности. Не бойся. Рад слышать.